Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную маленькую миленькую собачку. Вяжется довольно-таки она быстро, легко и просто. И станет отличным подарком в качестве дополнительного подарка или основного своими руками на Новый год. То есть символ 2018 года — это год желтой собаки. Поэтому замечательная вот такая собачка с желтой ленточкой, как по мне, вполне подойдет отлично для подарочка. Смотрите, такую собачку можно сделать в качестве подарка просто, как сувенирчик. Можно сделать как игрушку на елку, добавив петельку, на которую потом подвешивать на иголочки будете. Либо же подцепить на основу брелка, и будет отличным аксессуаром для сумочки, либо для рюкзачка школьного. То есть, в принципе, вот такая собачка может послужить множеством функций. Размер ее очень маленький, поэтому уйдет на нее буквально очень-очень мало ниточек. Я использовала остатки. Единственное, что советую вам брать дополнительный цвет на ушки, на глазик, вот здесь вот на пятнышко и на спинке, немножечко тоньше ниточку, чем основная пряжа. То есть, смотрите, я взяла одинаковую, и у меня, честно говоря, кажется вот грубовато так вот пришито вот эти темные детали. Если бы была бы ниточка чуть-чуть тоньше, было бы гораздо аккуратнее и так вот более сочетаемо. Вот, ну, в принципе, и так получилось довольно-таки неплохо. Я взяла в качестве основы вот таких два цвета. В принципе, можно связать как однотонную, так и многоцветную, хоть полосатую, разноцветную. То есть, в принципе, здесь значение сильно не сыграет. Очень маленькая по размеру, очень мало затрата по времени и материала. Единственное, что подберите под свою пряжу размер крючка соответствующий, чтобы у вас наполнитель не вытаскивался вот здесь вот в ходе эксплуатации. Вот, конечно же, единственное, что я вам еще порекомендую, это посмотреть видео, как вязать круг амигуруми. Вот, потому что, в принципе, вся собачка состоит из кольца и круга амигуруми. Ссылочку оставлю я под этим видео, посмотрите ниже, а затем приступайте к вязанию вот такой замечательной собачки. Для вязания нам понадобятся остатки белой пряжи и коричневой. Белая пряжа — у меня остатки Lanosa Minty, 300 метров, 100 граммах акриловая пряжа. И остаточки, небольшой моточек коричневой пряжи, немножечко толще по размерам, чем Lanosa, но в принципе в целом подходит под размер крючка. Крючок номер я буду вязать 1,75. Далее наполнять буду холофайбером, вот такими вот силиконизированными шариками. И также нам понадобится иголочка для сшивания деталей и ножнички. Также, смотрите, нам понадобятся либо полубусинки-глазки, вот такие вот полубусинки, или же полубусинки на ножке, то есть чтобы у вас глазки уже были с крепежами на внутренней стороне, то есть вот так вот. Небольшие, буквально здесь миллиметра где-то полтора в диаметре. Точнее, в радиусе, или же где-то 3 в диаметре, вот. То есть до пол сантиметра, вот. И носик. Носик может быть как вышитый, так и тоже с крепежами. То есть, посмотрите, на вот таких вот ножках может быть это такой вот овал, может немножечко вытянутый, вот как звериный именно носичек. Можете взять это тоже полубусинки, есть в таких вот формах носика. Маленькие, побольше, то есть уже в принципе можете использовать, связав, собрав полностью всю игрушечку, вы можете подобрать в магазине фурнитурки, либо приклеить, носить глазки в виде полубусин, можете просто вышить. То есть это уже в зависимости от вашего вкуса. Конечно же, с вот такими вот носиками выглядит игрушка более, скажем так, аккуратнее и красивее. Но, в принципе, я пробовала вышивать носик, тоже получается очень хорошо. Глазки-полубусинки также можно наклеить уже после того, как свяжете полностью, сошьете всю игрушечку, вот такие вот полубусинки. И в качестве декора можете использовать также атласную ленту любого цвета. Начнем мы с головы, поэтому я беру ниточку белого цвета и делаю кольцо амигуруми вокруг пальчика. В принципе, кольцо вы можете сделать и обмотав вокруг пальчика два раза. Но я буду по ходу вязания просто первого ряда ниточку прятать. Итак, вот так вот обматываю пальчик рабочей ниточкой и закрепляю первой петелькой. Далее в колечко я набираю 6 столбиков без накида. Берем рабочую ниточку и начинаем вязать. Первый столбик, второй столбик, третий,
четвертый, пятый и шестой. Слишком не затягивайте вязание, просто аккуратненько придерживаем ниточку, последнюю петельку нашу, и стягиваем колечко за короткий краешек ниточки в начале. У нас получается вот такой кружочек, и мы без соединительных столбиков дальше по спирали продолжаем вязать второй ряд. Находим первую петельку из 6, просто от крючка можете отсчитать шестую петельку, и я сразу кладу вот так вот хвостик на крючок и буду завязывать по ходу вязания второго ряда. Во втором ряду нам в каждую из 6 петелек нужно сделать по прибавочке. Прибавка — это вяжем в один столбик предыдущего ряда или в одну петельку 2 столбика без накида. Вводим крючок, кладем краешек ниточки и вяжем первый столбик в первую петельку и второй столбик сюда же в первую петельку. Сделали первое прибавление, находим вторую петлю и делаем также прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Далее в третью петельку вяжем 2 столбика без накида. Четвертую петельку 2 столбика. Первый столбик и сюда же второй. Пятую 2 столбика. И в последнюю шестую петлю ряда 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше, чтобы нам было удобно вязать каждый последующий ряд, я вот этот хвостик, который мы уже завязали по ходу вязания, он у нас уже закреплен, и я его вытаскиваю в начале третьего ряда. То есть как бы отмечаю начало третьего ряда. В третьем ряду мы будем чередовать, вязать в первый столбик без накида, а во вторую петельку вязать прибавление 2 столбика без накида. То есть чередуем в первую петельку столбик, во вторую петельку 2 столбика. Снова третью петельку столбик, четвертую 2 столбика. То есть вяжем столбик без накида, прибавление, столбик без накида, прибавление. И снова столбик, 2 столбика. Сейчас нам, благодаря тому, что мы отметили начало ряда третьего, нам удобно будет, мы можем не считать количество петелек, а просто вязать столбик прибавления, столбик прибавления. В конце первого ряда при наборе кольца амигуруми у нас было 6 столбиков. Во втором ряду мы прибавили в каждую петельку по столбику. Было 12 столбиков, провязанных по кругу. И в конце третьего ряда, благодаря чередованию столбик прибавления, у нас будет 18 столбиков без накида. Или 18 петелек по кругу, по боковой вот этой стеночке можете считать. И остается до вот этой отметочки нашей провязать столбик без накида, следующую последнюю петлю. 2 столбика без накида. Все у нас по кругу провязано 18 столбиков без накида. В четвертом ряду мы должны будем сделать чередование 2 столбиков, а в третью петлю делать прибавление. И для удобства я вот эту ниточку, которой мы отмечали начало третьего ряда, отрежу. Она нам не нужна, и отрезаю так, чтобы не было хвостика вот здесь вот при кружочке. И теперь вот этой же ниточкой, вот этим хвостиком, отмечаю начало четвертого ряда. Снова для удобства, для того, чтобы нам не нужно было отсчитывать петельки по ходу вязания. И вяжем в первую петельку первый столбик, во вторую петельку второй столбик, а в третью петельку вяжем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Один столбик и сюда же второй. Снова столбик, в следующую петлю столбик без накида, третью петлю прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. И так и продолжаем чередовать столбик, столбик, прибавление, столбик, столбик, прибавление до конца четвертого ряда. И в конце ряда у нас должно получиться по кругу 24 провязанных столбика без накида или 24 петельки. Довязали четвертый ряд и сейчас отмечаем начало пятого ряда. Я сменила цвет ниточки для удобства. Вы можете продолжать дальше той ниточкой отмечать начало каждого последующего ряда. Теперь смотрите, пятый, шестой, седьмой и восьмой ряд нам нужно провязать наши 24 столбика по кругу по спирали. Обратите внимание, мы вяжем без соединительных столбиков, просто по спиральке. И если мы умножим наши 4 ряда на 24 столбика по кругу, получим 96 столбиков без накида. Скажем, для удобства я сейчас буду отсчитывать, начиная с первой петельки, второй, третьей и так далее, количество столбиков сразу
на 96 буду отсчитывать. То есть я не буду считать 4 ряда вверх. Вот, хотите, можете от отметочки просто отсчитать потом 4 ряда вверх, просто вязав столбики в каждую последующую петельку. Вот, но я буду вот так вот начинать. Итак, в первую петельку вяжем первый столбик, далее во вторую второй столбик, в третью третий, четвертый. То есть мы сейчас не делаем прибавления, а просто вяжем по столбику без накида по кругу. Пятый, шестой столбик, семь, восемь, 9, 10, 90, 91, 92, 93, 94, 95 и 96. Провязали 96 столбиков по спирали или 4 ряда. И сейчас мы находимся с вами в начале 9 ряда. Я переношу маркер снова в начало 9 ряда, вот эту ниточку нашу, отметочку. И теперь в 9 ряду нам нужно сделать 3 убавления. Сейчас смотрите, у нас по кругу 24 столбика, и мы будем чередовать, провязывая в каждые первые 6 столбиков по столбику без накида, а далее будем делать убавления. Вяжем 6 столбиков без накида, в первую петлю первый столбик, во вторую второй, в третью третий, далее в четвертую четвертый, в следующую пятый и в следующую шестой столбик. А далее делаем убавление. Смотрите, убавление можно сделать двумя способами. Первый — это вводим петлю в седьмую петельку, выводим рабочую ниточку, то есть делаем как бы полупетлю, и в восьмую вводим крючок в петлю и выводим полупетлю. У нас на крючке 3 петли, делаем общую вершинку. То есть вот таким вот образом можно сделать убавление. А можно, я вот сейчас приспущу обратно петельки, можно захватывать только передние стеночки седьмой петли, то есть полупетлю переднюю стеночку захватили, и восьмой петли переднюю петлю полустеночки. На крючке у нас сейчас 3 петли, полупетли, я бы даже сказала, одна рабочая и 2 полупетли следующих столбиков. И мы вяжем просто сквозь 2 полупетли рабочую ниточку пропускаем, и сквозь 2 оставшиеся петли рабочую ниточку пропускаем. То есть фактически вяжем тот же столбик без накида, но за 2 передние полупетли 2 последующих столбиков. То есть мы вяжем 6 столбиков без накида, а далее полупетлю 7 и 8 полустолбика предыдущего ряда захватываем и вяжем 7 столбик без накида. То есть делаем убавление. И снова повторяю. Первый столбик вяжем, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. А далее делаем убавление. Захватываем 7 и 8 полустолбика петельки и пропускаем сквозь 2 петли вот этих полустолбиков рабочую ниточку, а затем еще раз через 2 оставшиеся полупетли на крючке. Снова отсчитываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И у нас до конца ряда остается 2 столбика. И мы захватываем только передние стеночки и вяжем столбик без накида. То есть делаем убавление. И теперь смотрите, сейчас 10 ряд. Мы убавили, получается, 3 петельки, поэтому по кругу у нас 21 петля. И 10 ряд мы провяжем 21 столбик, то есть каждую петельку по одному столбику по кругу. Я отмечаю начало 10 ряда, затем нахожу первую петельку первого столбика и вяжу первый столбик, следующую петлю второй, следующую третий и так далее. То есть по кругу вяжу наши оставшиеся 21 столбик в 10 ряду. Переносим ниточку в начало 11 ряда и начинаем снова делать убавление. Смотрите, у нас из оставшихся 21 столбика по кругу нужно убрать еще 3 столбика. И сейчас будем чередовать уже 5 столбиков без накида и делать убавление. Отсчитываем первый столбик, далее в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий столбик, в следующую четвертый столбик и в следующую пятый столбик. Далее шестой, седьмой полустолбик захватываем на крючок.
пропускаем снова сквозь 2 петли и сквозь 2 петли рабочую ниточку, то есть делаем убавление. Итак, 3 раза, 5 столбиков, убавление, 5 столбиков, убавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. И делаем убавление. И нам осталось лишь только третий раз провязать 5 столбиков и сделать убавление. То есть третье убавление, и в конце этого ряда у нас останется 18 столбиков без накида по кругу. Довязали до конца 11 ряда, и теперь смотрите, 12, 13, 14 ряд, то есть 3 ряда, нам нужно провязать оставшиеся 18 столбиков по спиральке, то есть по кругу. И мы начинаем отсчитывать, если мы умножим 18 на 3 наших ряда высоту, это 54 столбика без накида. Вот я начинаю с первой петельки вязать первый столбик, и так и буду отсчитывать дальше до 54 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, далее 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54. И все, довязали до конца 54 столбик. И теперь смотрите, мы переносим снова маркер в начало 15 нашего ряда и будем вязать уже тоже убавление, но чередовать 1 столбик убавления, 1 столбик убавления. То есть вяжем первую петельку, первый столбик, а дальше потом вторую и третью вяжем полупетельки на крючке и вяжем столбик без накида, то есть убавление делаем. Снова столбик, а далее убавление. Две полупетельки захватываем и вяжем второй столбик. Снова столбик, убавление. И вот так вот чередуем, делая убавление. Тем самым мы уберем в этом ряду 6 петелек наших. И в конце, получается, 15 ряда у нас останется всего лишь 12 петелек по кругу или провязанных 12 столбиков без накида. Довязали. У нас по кругу 12 столбиков без накида. Теперь я вытащу нашу ниточку, она нам пока не нужна, и привытащу крайнюю петельку для того, чтобы не распустилось вязание. У нас, смотрите, получилось вот такое отверстие с одной стороны. Теперь, если у вас носик на вот таком вот болтике, то вам нужно вкрутить болтик на расстоянии между третьим и четвертым рядом. То есть, в принципе, выбираете любую для вас понравившуюся сторону и крепите на уровне между третьим и четвертым рядом вот так вот наш носик. Так как у меня носик приклеиваться будет, то я пока ничего делать не буду. Точно так же, как и глазки, так и носик, я пока ничего делать не буду. Я уже соберу полностью, свяжу все детальки, соберу и затем уже буду делать носик, глазки и так далее. Поэтому берем после того, как закрепили носик, наш наполнитель и начинаем через вот это отверстие наполнять вовнутрь холофайбер. Для удобства можете использовать ножницы, крючок, то есть просто вот так вот наполняем. Наполняем мы довольно-таки плотненько, чтобы красивенько держала форму наша голова. После того, как мы наполнили голову, теперь смотрите, нам осталось сделать всего лишь закрытие вот этой вот макушки. Нам нужно сейчас подряд наши 12 столбиков провязать попарно, сделать убавление. То есть первую, вторую вязать вместе, третью, четвертую, пятую, шестую петлю, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую и двенадцатую. Можно, в принципе, поставить начало ряда отметочку, но я думаю, что если вы сейчас просчитаете 6 убавлений подряд, то вы не запутаетесь. Итак, находим первую петельку, захватываем переднюю полупетлю одной и второй петли и делаем убавление. Раз, далее 2 попарно полупетельки передние, захватываем 3 и 4 петли и делаем второе убавление, 2. Теперь следующие 2 петли, третье убавление делаем, следующие 2 полупетельки захватываем, 4 убавление, следующие 2, 5 убавление и следующие 2, последнее 6 убавление. И теперь смотрите, у нас получилось совсем маленькое, очень маленькое отверстие.
В принципе, можно было бы через него еще добавить немножечко наполнителя. Если вам совсем неудобно и вы считаете, что в принципе здесь наполнено у вас хорошо, то сейчас берем, вытаскиваем вот эту нашу последнюю петлю, растягиваем и вытаскиваем так, чтобы у нас была где-то ниточка в одно сложение, если посмотреть, то сантиметров где-то 20. Теперь берем, разрезаем петельку напополам и вытаскиваем рабочую ниточку. И у нас остается вот с таким вот хвостиком голова. Вдеваем вот эту вот ниточку в иголочку и будем закрывать отверстие макушки. Теперь смотрите, мы делали убавление за передние полупетельки. Вот за эти полупетельки я сейчас буду и заводить иглу, начиная с первой петли. Дальше пропускаю вторую петлю, захватываю в третьей петле полупетлю. И дальше снова пропускаю одну петлю, можете в следующую, как вам удобно. Вот так вот начинаем постепенно нанизывать полупетельки. И уже потом, при том, как мы нанизали все петельки, стягиваем хорошо наше отверстие и выводим иглу где-то в боковой стороне. То есть, посмотрите, у нас должна получиться вот такая вот стянутая макушка без дырочки. И при этом у нас не должны торчать петельки. Сейчас нам нужно еще раз вот так вот вдеть иголочку в нашу, в общем, голову полностью и вытащить с той стороны, которую вы считаете наиболее подходящей для шеи. То есть посмотрите вот так вот, где у вас сейчас самая такая, скажем, я бы сказала, вот смотрите, если у вас будете считать вот это вот верхушка, вот он, допустим, у вас здесь носик, здесь глазки. Вот она, ваша верхушка будет аккуратненькая, значит, вот так вот по центру от верхушки смотрим и выводим ниточку с другой стороны. То есть у меня здесь будет шея. Мне эта сторона понравилась, и вот выводим в районе шеи. Вытаскиваем иголочку, она нам не нужна, и наша голова готова. Продолжаем вязать туловище, и теперь берем ниточку также белого цвета, начинаем, как всегда, с кольца амигуруми. Закрепляем колечко. И в кольцо набираем стандартных 6 столбиков без накида. Итак, первый столбик вяжем, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко. У нас получился вот такой вот кружочек. И теперь находим первую петельку ряда второго и вяжем без соединительного столбика, как и голову. Постепенно я буду завязывать вот этот краешек ниточки, поэтому я кладу его на крючок и вяжу в первую петельку 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй столбик, то есть вязала прибавление в первую петлю. И в каждую из 5 последующих петель я также буду делать прибавление, и в конце второго ряда получу 12 столбиков без накида. Итак, связали во вторую петлю 2 столбика, третью петлю 2 столбика, четвертую, пятую и последнюю шестую петлю. Наша ниточка, краешек уже у меня завязана, поэтому я могу ее отрезать. И так как у меня уже есть вот такая вот ниточка другого цвета, то я поставлю в начало вязания третьего ряда, как бы отмечу начало ряда. Хотите, можете вот эту ниточку, которая у вас уже завязано, вытащить, как и в первом случае с головой, и затем ее отрезать. Теперь смотрите, в третьем ряду мы будем чередовать один столбик без накида, во второй столбик вязать прибавление. Находим первую петельку и вяжем столбик, во вторую петельку делаем прибавление, вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. В третью петельку вяжем столбик, в четвертую прибавление 2 столбика. В пятую петельку столбик, в шестую 2 столбика. То есть в каждую четную петельку я вяжу прибавление. И вот так вот чередую столбик 2 столбика, столбик 2 столбика, делая прибавление через петелечку до конца третьего ряда. И в конце третьего ряда получу 18 столбиков. То есть я повторяю, как вы видите, начало точно так же, как мы вязали с вами голову. Снова столбик, 2 столбика, столбик. 2 столбика. Связали третий ряд, 18
столбиков получили по кругу. Переносим в начало четвертого ряда нашу отметочку, вот эту ниточку. И в четвертом ряду мы будем чередовать уже 2 столбика. И в третью петельку каждую, третью петельку делать прибавление. В первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю 2 столбика в одну петлю. То есть делаем прибавление. Снова столбик, столбик, 2 столбика. Столбик, столбик, 2 столбика. То есть каждую третью петельку делаем прибавление. И в конце нашего четвертого, уже теперь по счету от начала ряда, будет 24 столбика, связанных по кругу. То есть, если вы можете, посчитайте по вот этим крайним петелькам, крайней цепочке, количество петелек, и у нас оно будет 24. И так повторяем до конца ряда. Столбик, столбик, прибавление. Столбик, столбик, прибавление. Переносим отметочку нашей ниточки или маркером в начало пятого ряда. И сейчас 5, 6, 7, 8 и 9 ряд, 5 рядочков, нам нужно провязать по кругу наши 24 столбика без накида. Если вы 24 умножите на 5, то получаете 120 столбиков. Хотите, можете отсчитать 120 столбиков провязывания без изменения, без прибавления, без каких-то изменений, просто прямым вязанием вверх. Либо вяжете 5 рядочков по 24 столбика, либо отсчитываете 120 столбиков без накида, начиная с первой петельки. Итак, первая петелька, первый столбик, вторая, второй и так далее. Третий столбик, четвертый, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 116, 117, 118, 119, и 120. Все, связали мы 5 рядочков в высоту наши 24 столбика. И сейчас свяжем 3 убавления в 10 ряду. Снова я переношу маркер в начало ряда. И буду сейчас чередовать, провязывать 6 столбиков без накида. И 7, 8 делать убавление. 6 столбиков, убавление. Итак, находим первую петельку, вяжем первый столбик. Во вторую, второй, далее в третью, третий, четвертый столбик, пятый и шестой. А затем седьмой, восьмой полустолбик, переднюю петельку захватываем и вяжем убавление. Это первый раз. И так делаем еще 2 раза. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем убавление за передние полупетельки 7 и 8 столбика. И еще один раз свяжем 6 столбиков и сделаем убавление. И в конце 10 ряда у нас получится 21 столбик по кругу. Переносим нашу ниточку в начало 11 ряда. И в 11 ряду мы тоже сделаем 3 прибавления в ряду. Будем чередовать 5 столбиков без накида и делать убавление. Находим первую петельку, вяжем первый столбик, следующий второй, третий, четвертый и пятый. А затем шестую, седьмую полупетельку захватываем и вяжем первое убавление. Затем снова 5 столбиков, убавление, 5 столбиков, убавление. Находим первый столбик после убавления, вяжем первый, второй, третий, четвертый и пятый. Затем делаем второе убавление и точно так же свяжем 5 столбиков и сделаем третье убавление. И в конце ряда у нас уже будет 18 столбиков без накида. Отметили начало 12 ряда. И теперь 12, 13, 14 и 15 ряд. Нам нужно 18 наших столбиков провязать 4 ряда. То есть. И смотрите, если мы 18 умножим на 4, получаем 72 столбика без накида по кругу. Поэтому я начинаю отсчитывать с первой петельки, вязать первый столбик. И так 72 по спирали столбика. Либо же просто 4 ряда по 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 68, 69, 70, 71 и 72. Я связала 4 ряда наших столбиков 18.
И теперь смотрите, в 16 ряду мы с вами сделаем убавление. То есть мы будем чередовать столбик, убавление, столбик, убавление. И в конце 16 ряда у нас получится по кругу всего лишь 12 столбиков без накида. Я отмечаю начало ряда и вяжу столбик, затем вяжу убавление. Столбик, убавление. То есть сокращаю, провязывая вторую, третью петельку вместе. Снова столбик, убавление. Столбик, убавление. Вот так вот чередуем до конца 16 ряда. Довязав до конца ряда, вытаскиваем нашу ниточку и вытягиваем петельку. Теперь смотрите, нам нужно вот это отверстие из 12 столбиков наполнить. Это наше туловище, поэтому наполняем его так же, как и голову, плотненько. Довольно-таки, чтобы у нас было максимально наполнено и чтобы голова наша не падала. Благодаря хорошо набитому туловищу. Продолжаем наполнять туловище и затем закроем вот это наше отверстие из 12 столбиков. После того, как наполнили, подтягиваем петельку нашу на крючок. И снова же, как и при закрытии петелек для головы нашей, мы будем делать подряд 6 убавлений в 17 ряду. И тем самым получим в конце этого ряда 6 всего лишь петелек. Итак, я маркер снова ставить не буду, я буду просто попарно делать убавление. Первую, вторую петлю я делаю убавление первое, затем третью, четвертую, второе убавление делаю, пятую, шестую петельку, третье убавление и следующие две петельки, четвертое, следующие две петельки, пятое. И следующие две петельки, последнее, шестое убавление. Так как мне сейчас на туловище, скажем, ниточку для пришивания не нужно оставлять, у нас она уже есть, как вы помните, на голове, вот она наша шея, поэтому я сейчас вытаскиваю ниточку буквально чуть-чуть длиннее, чем длина моей иголки. И отрезаю вот так вот нашу петельку посерединке. Вытаскиваю рабочую ниточку, у меня остался вот такой вот хвостик. Мы вдеваем ниточку в иголочку и будем стягивать вот это отверстие. Если у вас наполнено здесь не туго, то еще немножечко можете просунуть сквозь вот это отверстие наполнитель. И снова точно так же за передние полупетельки, начиная с первой вот здесь вот петли, я начинаю стягивать поочередно, но пропускаю где-то, ну вот, к примеру, первую петельку, затем третью полупетельку захватываю и шестую полупетельку. Хорошо стягиваю это отверстие и вытаскиваю ниточку рабочую где-то вот так вот с боковой стороны. Затянули наше хорошо отверстие, поправили, расправьте, чтобы здесь никаких не было погрешностей. Наше вот здесь вот стягивание должно быть максимально аккуратным. И еще проденьте несколькими стежками вот так вот сквозь внутреннюю сторону боковые стеночки, но сильно не затягивайте там, где вы, получается, вытаскивали иголочку, сильно не затягивайте, а еще раз протаскиваете где-то еще в боковую стеночку. Вот, смотрите, не затягивайте слишком, чтобы не было никаких дырочек. И теперь наша ниточка зафиксирована, мы ее можем полностью отрезать. У нас туловище, как вы видите, без ниточек. Туловище готово, и мы приступаем к лапкам. Для лапок берем ниточку снова белого цвета и делаем кольцо амигуруми вокруг пальчика. В колечко мы вот так вот закрепляем петельку и набираем 5 столбиков без накида. То есть мы обычно делали по 6, сейчас нужно набрать 5 столбиков. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем наше колечко. И теперь мы в каждую из 5 петелек сделаем по прибавлению. То есть в конце этого ряда у нас получится 10 столбиков. Находим первую петельку из 5. И я снова кладу краешек ниточки для того, чтобы завязать наши вот здесь вот остаточки ниточек. И вяжу в первую петельку 2 столбика без накида. Затем во вторую петельку вяжу третий, четвертый столбик, то есть 2 столбика. Третью петельку вяжу пятый, шестой столбик, то есть делаю прибавление. Четвертую вяжу
прибавление, в пятую вяжу петельку прибавления и последнюю шестую петельку, ой, пятую петельку, получается, сделали прибавление, и у нас в конце ряда получилось 10 столбиков без накида. То есть всего у нас 5, я уже хотела сказать, в шестую. Мы связали, получается, прибавление до 10 столбиков. И сейчас вот этот хвостик, который у нас завязан, ставим в начало ряда. Отмечаем начало ряда. И теперь смотрите, я вам рекомендую не по рядам вязать, а просто по количеству петель. Для передних лапок мы будем вязать 35 столбиков по спирали. То есть получается 3,5 ряда столбиков без накида, либо 35, то есть начиная с первой петельки, отсчитываем 1, 2, 3, 4 петелька и вяжем по столбику. 35 столбиков для передних лапок. Задние у нас будут немножечко короче. Мы будем вязать всего 2,5 ряда, то есть 25 столбиков по спирали. И начинаем вязать. Я буду вязать, начинать с задних лапок. 2 лапки я буду вязать по 25 столбиков в высоту после распределения увеличение до 10 столбиков. И передние 2 лапки я буду вязать по 35 столбиков в высоту. Или 3,5 ряда, как вам удобно. Либо 3,5 ряда, либо 25-35 столбиков. Как по мне, то проще по спирали вязать количество столбиков. Итак, первая петля первый столбик. Вторая петля второй столбик. Третий. Четвертый и так далее. До 25 столбиков. Две детальки нам нужны и две детальки нужны до 35 столбиков. Связав 25 столбиков, в 26-ю вот здесь вот петельку по спирали вяжем соединительный столбик и отрезаем ниточку, оставляем небольшой хвостик для пришивания. У меня это краешек ниточки, поэтому у меня как раз осталась ниточка для пришивания. И теперь разворачиваем на внутреннюю сторону, вытаскиваем с внутренней стороны на внешний крючок и вот этот хвостик вытаскиваем, получается, на внутреннюю сторону. Хорошо его подтяните, и у вас, получается, сравнялся вот так вот краешек, и осталась ниточка для пришивания. Нам нужно таких сделать две детальки. Вот такие вот ножки по 25 в высоту и 2 детальки по 35 в высоту. Перед тем, как перешивать, нам нужно будет немножечко сюда вот наполнить холофайбера, для того, чтобы они не были пустые. Они тогда будут плотненькие и хорошо собачка сможет держаться на лапках стоя. И теперь мы приступаем к хвостику. Для хвостика также берем ниточку белого цвета и делаем начальную петельку. Затем в эту петельку начинаем набирать 12 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И отсчитываем во вторую петельку от крючка. Вот она у меня. Я начинаю вязать столбики без накида. Итак, во вторую петельку первый столбик, в третью петельку второй столбик. Четвертую петельку, третий столбик и так далее. То есть я начинаю подряд вязать по столбику без накида в каждую петельку. То есть мы набрали изначально цепочку из 12 воздушных петель, а затем в обратном направлении вяжем просто в каждую петельку по столбику без накида. Вот так. Самым обычным способом мы вяжем вот так вот столбики по воздушным петлям. Довязали до последней воздушной петли. Вот эту вот самую начальную петельку закрепления я не вяжу, а просто делаю воздушную петлю и вот так вот вытаскиваю ниточку, отрезаю, оставляю ниточку для пришивания где-то порядка. Вот как раз у меня тоже хвостик уже близок, скажем так. Можете оставить сантиметров 10-15, если это у вас, как у меня, вот хвостик беленькой ниточки, то его просто вытаскиваете в воздушной петелечке. И у нас получается вот такой вот хвостик. То есть просто из 12 воздушных петелек мы провязали в каждую петельку вот так вот по столбику без накида. И у нас получается вот такой вот крючочек вязаный. Это и есть наш хвостик. Хвостик готов, и мы приступаем к ушкам. И уже берем ниточку другого цвета. У меня это темно-коричневый. Я делаю кольцо амигуруми
и закрепляю колечко. В кольцо я набираю 6 стандартных столбиков без накида. Первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаю петельку, стягиваю колечко. Теперь в каждую из петелек 6 я сделаю по прибавлению. То есть свяжу во втором ряду в каждую из петелек по 2 столбика без накида. Параллельно буду завязывать вот этот хвостик наш начальный. Итак, находим первую петельку, вяжем 2 столбика без накида. Во вторую петельку вяжем 2 столбика без накида. Третью петельку 2 столбика без накида. Четвертую. Пятую. И в шестую. И в конце второго ряда у нас 12 столбиков, связанных по кругу. Теперь в третьем ряду вытаскиваем вот этот наш хвостик, завязанный в начало ряда, то есть отмечаем начало третьего ряда. И в третьем ряду мы прочередуем столбик прибавления, столбик прибавления. То есть в первую петельку вяжем столбик без накида, во вторую вяжем 2 столбика без накида, то есть делаем прибавление. Итак, я в каждую четную петлю, в каждую вторую петельку буду вязать по 2 столбика без накида. Снова вяжем столбик. Прибавление, столбик, прибавление. То есть увеличиваем снова в третьем ряду на 6 петелек по кругу наши столбики. И в конце третьего ряда у нас получится 18 столбиков без накида. Связали третий ряд, и у нас по кругу 18 столбиков. Теперь смотрите, для пятнышка на спинке нам этих 18 столбиков достаточно. Поэтому этой же ниточкой, таким же цветом, вы будете вязать до вот этого момента ушка, до третьего ряда увеличения, пятнышко для спинки. То есть вот таким вот образом у нас будет выглядеть пятнышко на спинке. Или вот так. Для этого сделайте соединительный столбик и вытащите ниточку рабочую на изнаночную сторону. Оставите хвостик для пришивания. Вот это и есть наше пятнышко на спинке. И теперь мы продолжаем вязать ушко. Для ушка нам нужно провязать наши 18 столбиков по кругу без изменения. Для этого я беру, отрезаю вот эту ниточку, ставлю ее в начало ряда. И вяжу до конца этого ряда, то есть 18 столбиков. Хотите, просто просчитайте по столбику без накида в каждую петлю. Первый столбик, далее второй столбик, третий столбик, четвертый, 14, 15, 16, 17 и 18. Связали наши 18 столбиков по кругу. Вытаскиваем вот эту ниточку, она нам не нужна. И теперь делаем первую петельку соединительный столбик. Не вытаскиваем абсолютно ничего, пока не отрезаем. Берем, складываем. Вот смотрите, представьте, что это у вас начало. А вот так вот складываем наш кружочек пополам. Вот, вот так вот. И находим первую петельку, которая ближе к нам. Вот она у нас. За заднюю стеночку полупетельку, за дальнюю от нас, мы вводим крючок с одной стороны. И за ближнюю петельку с другой стороны, вот так вот полупетельку. Если вы вот так повернете, у вас это внутренние полупетельки вот этих косичек. Вводите крючок и сквозь две эти петельки и третья петелька на крючке мы делаем соединительный столбик. Снова за внутренние две стеночки с одной стороны, с другой стороны вяжем соединительный столбик. Как бы сшиваем. Снова с одной стороны, с другой стороны. Третий делаем соединительный столбик, с одной стороны, с другой стороны, четвертый столбик, с одной, с другой стороны, пятый столбик, с одной, с другой стороны, шестой столбик. Соединительный столбик, обратите внимание, не столбик без накида. Соединительный столбик, и теперь вытаскиваем ниточку пополам, вот так вот, посмотрите, у вас получается. Обрезаем ниточку, оставляем для пришивания и вытаскиваем рабочую ниточку. Вот у вас остался вот такой хвостик. Этим хвостиком мы будем пришивать наше ушко. Одно ушко готово,
Второе вяжем точно так же, как и первое. Делаем расширение с кольца амигуруми до 18 столбиков. Затем эти 18 столбиков просто провяжем один рядочек и сшиваем 6 соединительными столбиками до почти, ну, я бы сказала, большую часть, большую середину. И вот такие вот ушко делаем 2 штучки. И у нас осталась последняя деталька, темненькая, это пятнышко на глазке. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем и в колечко набираем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем наше колечко. Стягиваем снова плотненько, без дырочек. И теперь, получается, вяжем первый ряд, но немножечко мы поменяем. Смотрите, мы всегда стандартно провязывали по 2 столбика без накида в каждую из 6 петелек. Сейчас мы прочередуем. Находим первую петельку. Я сразу же буду завязывать вот этот хвостик, кладу на крючок. И вяжу в первую петельку привычные наши 2 столбика без накида. То есть делаю прибавление в первую петельку. Во вторую петельку я вяжу просто столбик без накида. Далее в третью петельку вяжем прибавление 2 столбика без накида. В четвертую просто столбик. В пятую прибавление вяжу 2 столбика без накида. И в последнюю шестую петлю 6 столбика вяжу просто столбик без накида. Затем в первую петельку я вяжу соединительный столбик и вытаскиваю нашу ниточку. Оставляю ниточку хвостик для пришивания. Рабочую ниточку вытаскиваем. Вот этот хвостик завязанный я могу отрезать, он нам больше не понадобится. А тот хвостик, который мы оставили для пришивания, вытаскиваем на изнаночную сторону ближайшей петельки. Затягиваем. И у нас получилось вот такое маленькое пятнышко. Чуть-чуть шире, чем просто столбики в кольце амигуруми. Чуть-чуть шире. И у нас получается вот такое вот пятнышко для глазика, которое мы будем пришивать по кругу и в него уже клеить глазик. Либо же это, если у вас получается не клейкий глазик, то вставляете четко по центру гвоздик ваш. И у вас получается по центру он пройдет смело. Продеваете его вглубь. А вот это колечко вокруг него, колечко амигуруми из темного цвета, пришиваете. Можно было, в принципе, вот этот цвет темный взять немножечко поуже, ниточку потоньше. Но, честно говоря, я уже начала таким вязать, у меня были такие остаточки. Вот, поэтому я буду уже делать такими. Если вам кажется, вот эти широкие слишком такие вот, скажем, грубоватые детали, то можете взять ниточку поуже и заново связать 2 ушка и 2 пятнышка. Я уже оставлю все так, как есть. У нас все абсолютно детальки готовы. Это наш хвостик, 2 пятнышка, 2 ушка, 4 лапки, 2 маленькие, 2 большие, то есть 2 передние, 2 задние, голова и туловище. И теперь мы будем собирать нашу игрушку. Для начала пришейте голову к туловищу практически вертикально. То есть, как вы видите, голова максимально наклонена по соотношению к туловищу. И теперь вот эти наши хвостики, которые мы оставляли для пришивания, пришиваем ими ушко ко второй половине головы. То есть, вот эта выпуклая часть – это низ, и которая более зауженная часть – это верх. Вот где-то на расстоянии второго ряда между вторым и третьим начинаем пришивать ушко. Для начала пришейте голову по отношению к туловищу практически вертикально. То есть, смотрите, голова у нас максимально наклонена. Теперь берем наши ушки и остатками ниточек, которые мы оставляли для пришивания, пришиваем уши, тоже вот так вот немножечко наклоненно по соотношению к голове. Вот так вот, точно так же, немножечко с наклоном. И теперь смотрите, на расстоянии где-то от затылка у вас должно быть приблизительно на 2 ряда ниже пришиты ушки, вот так вот от затылочной части, которую мы стягивали. Вот эта более расширенная часть, это перед. Я отметила уже так визуально, где у меня будет носик, и отметила ту сторону, где у нас будет пятнышко.
Вот так вот. Сейчас мы пришиваем пятнышко. Затем у нас еще пятнышко есть на спинке. Вот, посмотрите, о чем я говорила. Если бы было бы ниже, меньше у меня тоньше немножечко ниточка, вот, то было бы гораздо аккуратнее это смотрелось. А так как у меня ниточка плотненькая, темная, то будет немножечко вот так вот бугорочки. Но абсолютно я не расстраиваюсь. Еще будут остальные наши собачки. У меня будет она точно не одна. Вот, и вот так вот по соотношению к голове сзади, ровненько сверху, пришиваю наш хвостик. Вот так вот. И, соответственно, немножечко наполняю наши лапки и пришиваю те, которые подлиннее. Я пришиваю сюда вот ближе, то есть вот так вот на расстоянии где-то 3 столбика без накида. И с другой стороны, с задней стороны я пришиваю поменьше ножки. Смотрите, точно так же пришиваем мы на уровне вот этих передних лапок. Если вы пришьете немножечко шире, то есть в растопырку задние лапки, то у вас получится собачка как бы сидит, то есть сидячий вид. Вот, тут вы уже сами экспериментируете, как вам больше нравится. Вот, я думаю, что вы здесь разберетесь. И нам останется лишь только, пришив наше пятнышко, мне останется только приклеить носик и приклеить глазки. Один у меня глазик будет вот здесь вот на пятнышке, а второй будет рядышком. То есть я уже там посмотрю на расстоянии где-то 2-3 столбиков без накида. То есть вот, вот так вот первый, второй, третий будет у меня глазки. И носик я уже, как вам уже сказала, я отметила вот на вот этом уровне. На третьем, между третьим и четвертым рядом, вот здесь у меня будет носик. И вот так вот, я думаю, что продолжаем собирать. Все у вас должно получиться. Главное, сшивайте аккуратненько и максимально против часовой стрелки, для того, чтобы у вас красиво ложилась по нашему здесь вот краю косичкой, ложился шовчик пришивания иглой. Вот так вот против часовой стрелки. Крючком сделать петельку вот так где-то на верхушке, на холке нашей собачки, продеть петельку и завязать узелочек. Вот так я вам сейчас покажу. Вот, продели ниточку, завязываем узелочек и еще раз продеваем сквозь нашу ниточку петельку. Вот так. Затем узелочек прячете вовнутрь обязательно. То есть делаете на любом расстоянии друг от дружки. То есть можете сейчас завязать просто здесь узелочек, и он у вас уйдет на внутреннюю сторону. Вот так вот крючком проденете. И у вас получится вот такая петелька, которую можно повесить на елочку. Вот так. Но это по желанию. В принципе, можно купить в магазинах фурнитурки, продается именно брелочек. То есть для нашей вязаной игрушки можно подцепить именно брелочек, и у вас получится брелок для рюкзачка, либо же для сумочки женской. Вот, и получится интересный такой вот аксессуарчик. Я этого пока делать ничего не буду. Вот, мне в принципе нравится эта собачка как просто вот такой вот маленький-миленький подарочек. Конечно же, я еще не забуду сделать глазки и красивенько завяжу коротенький бантик. Вот, я надеюсь, что вам было интересно и все осталось понятным. Конечно же, комментируйте, не забудьте поставить лайк. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока!